Утепление стены овощехранилища, часть вторая. Сегодня утром я сделал вот такой лоток, повесил на крючках на проволоку длинную, которая закреплена по всей длине вот так на саморезы, чтобы не вылетало. И на крючках закрепил вот этот лоток. Теперь вся вода собирается в бочку, которая у меня без дна. Но там всегда есть вода, потому что я заложил здесь полиэтилен. Каждый год, правда, его приходится менять. А здесь я вот на этом железе старом буду завтра делать раствор и залью на уровне вот той отмостки от дома последний участок, незабетонированный, вокруг дома. Вся плоскость, которая находится левее, весь пол в общехранилище тоже забетонирован. Таким образом, я заканчиваю кольцо окружения дома как бетонной заваленкой, так и бетонной отмосткой. Продолжение будет завтра. 20 сентября, с 6 утра до 8 я сделал стяжку на белых кирпичах. Здесь у меня вот здесь стенки повыше, а сюда идет уклон, чтобы вода стекала. Края я пролил как следует раствором. Вот кое-где дырки появляются. Но я сейчас мастерком разровняю. Хочу поделиться опытом. Я первый раз делал раствор на таком комбинированном основании. Железо прогнило, кое-где дыры. И я на него положил кусок рубероида примерно метр на метр двадцать. Очень удобно делать раствор. В середине небольшое углубление. Так что вот этот азербайджанский метод я вам рекомендую. Никаких ящиков не надо. Сейчас еще раз пройдусь вот там, где дырки. Мастерком. И все, таким образом я закончил бетонное кольцо вокруг дома. Ну, на следующий год вот эту поверхность из плит бывших употреблений я покрою вагонкой. Тут нужны двухметровые листы вагонки, вот так, как весь дом. И промажу олифой. Дождик теперь собирается здесь, на бетон, как видите, не капал. На этом я заканчиваю видео. Вот такой у меня волк на шкафу.